Друзья, всем привет! Я на очередном копе приехал вот на такое место. Я здесь был последний раз. До сюда где-то дошел. Сейчас пойду дальше. Там наверху поле. Сейчас будем здесь по краям смотреть. Все, ребят, смотрим, что найду, покажу. Ну, ребят, глубинище. Сколько? На 2,5 штыка. А выкопал вот такой диск. Селки, по-моему. Легкий, 3 кг. Замучился копать. Ищем дальше. Вот, ребят, первый лемех нашел. Вон там диск был. Вот он, лемех. Друзья, первая прикольная находка. Вот так вот прям сверху лежит звездочка от транспонтера. Такая прикольненькая. Пойдем дальше. Друзья, глазами на распашке увидел с краешку. Такой пруточек неплохой. Все, ищем дальше. Друзья, опять бешеная глубина. Там отсеялки, сошник, по-моему, если я правильно его называю. Сейчас откопаю, покажу. Ну, ребят, выкопал глубинище. Ну и вот сам сошник. Он, кстати, тяжеленький. Такой у меня 15 кг. И вот этот вот крепеж такой литой. Фу, нормально. Копаем дальше. Друзья, третий сигнал. Фу, уже. Или четвертый сегодня. Вот с такой глубинище. 3 штыка. Фискаря. Он лежит, поилка. Это какая-то труба просто. Ушатался его копать. Фу. Она еще всегда лежит вот так вот, кверху, вот этой круглой выпуклостью. Ее очень тяжело поднять. Фу, но я ее выкопал. Это что-то. Все, копаем дальше, ребят. Вот, друзья, первый трак от ДТ-75. Нормально, копаем дальше. Вот, ребят. Такой швеллер с уголками наваренными. Нашел тяжеленький. Прикольно. Вот, ребят, кусок рессорины и какая-то пластинка. Сейчас он там походил по овражку по той стороне. Сейчас уже на эту сторону перешел. Вот поле. Сейчас вот так по краю пойду. Вот, ребят, такие находки. Лемех маленький от приплужника. Вот это какой-то пруток стальной литой. И на нем наварено вот железка тоже толстая. С болтом или шпилькой. Нормально. Копаем дальше. Ну, ребят, вал литой. Такой тяжеленький. Нормальный. Вот, ребят, еще одна звездочка транспонтерной ленты. Такая, 7-8 кг. Очередная гусянка, ребят, от ДТ-75. О, ребят, поле. Прям с краю поля глазами увидел. О, ничего себе! Вот это, ребят, находочка. Какой-то диск, я чего не знаю. Ой, блин, тяжелый. Тут еще какая-то бабаха. Ух, офигенно. Офигенно. Вот такой вот диск. Подшипник, не знаю, тоже с фермы, по ходу дела.
Но тяжелый, килограмм 20. Классно. Может, по полю тут, по краю еще пройти. Прям с краешку вот поле. Я вон там иду, по травке, а здесь вот поле перепаханное. Вот, ребят, по краешку поля прошел. Нашел от поилок осколки. Раз, два, три, четыре. Четыре осколка. Вот я говорю, может быть, здесь походить. Я дождичек проморосил. Грязновато. Ладно, ищем дальше. Друзья, у нас зарядил дождь. Показывает, что будет идти часа три. Поэтому коп я на этом прекращаю. Еду на приемку. Думаю, килограмм 150 набрал. Так что, ребят, смотрим. Как сдамся, включусь, скажу, сколько и почем набрал. Друзья, ну все, я сдался. У нас опять дождик фигачит. В общем, получилось 220 килограмм. Чермет по 22 рубля. Подорожал. Я когда последний раз сдавал, было 20.50. На полтора рубля стал больше. Ну и, в общем, заработал 4550 рублей. Работал я сегодня, что, не полный день. Без 10:02 я уже поехал сдаваться. В общем, результат нормальный. Норму я выполнил. Норма у меня, так как копаю один, 200 килограмм в день. Набрал сегодня 220, отлично. Так что, ребят, все. Я не знаю, дождик может кончиться, еще куда-нибудь сгоняю. Посмотрим. Ну все, ребята, всем, кто смотрел, спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в новых видосах. Пока.